100 yards. Turn right. You have arrived. How long are we gonna have to wait out here? Поехали уже. Пожалуйста. Прошу вас. Привет, Дмитрий. Эй, Дмитрий, я разобрался с тем, о чем ты просил. Очень хорошо, я горжусь тобой. Отлично. Дмитрий, спасибо, что разобрался с моим делом. Нет проблем. Дмитрий, познакомься с моей подругой, Наташей. Очень приятно. О, взаимно. Малышка, киска моя сладенькая. Михаил. Эй, мой брат и Нико, отлично. Давайте выпьем. О, детка, подвиньтесь, дамочки, подвиньтесь. Михаил, нам нужно кое о чем поговорить. Ладно, бери Веру, а я возьму Катерину. Да ладно, какие проблемы? Не здесь, наедине. Девочки, оставьте нас на минутку, ладно? Девочки, хорошо. Выметайтесь отсюда. Продолжайте пока без меня, я скоро приду. Ну? Что там стряслось? У нас возникли проблемы с полицией. Федералы или кто-то там еще основательно прижали нас. Сергей рассказал мне, что один его друг, который работает в суде, говорил, что им выдали разрешение на прослушку наших телефонов. Так вот, им известно о похищенной нами траве. Вот дерьмо. И кто же крыса? А никто. Все проблемы из-за того, как мы себя вели. Слишком много шума. Это было неизбежно. Нам нужно ненадолго свернуть наши дела. Это тот гребаный парень. Точно, это все он. Я по его глазам все понял, ясно? Тот парень. Парень, который покупал кокаин. Он не покупал траву, это Ленин. Моя двоюродная сестра с ним встречается, но это не он. То есть, он, конечно, кретин, но парень-то нормальный. Я не доверяю ему. Почему? Я же только что сказал тебе. Он слишком много знает. Ты убьешь его. Уверен? Уверен? Нет. Как раз сейчас я задаюсь вопросом, он это или ты? Или может быть ты? Ну подумай сам, все это тянется уже несколько месяцев. Подумать, посмотри, к чему нас привели такие вот размышления. Я не доверяю ему. Ты отвечал за безопасность. Отличная работа. Браво, Дмитрий. Жалкий кретин. Ты. Докажи свою преданность. Иди и убей этого парня. Не сомневайся в моей преданности. Тогда не сомневайся в моих приказах. Он живет в Бохане, на Гуантанамо-авеню. Отправляйся туда, а потом позвони мне, лично, когда доберешься. Михаил, прошу тебя, не делай этого, заткнись. Я заткнись, мать твою. Я умоляю тебя, пожалуйста, я сказал заткнись нахрен. Не делай этого, иди. Почему ты меня не слушаешь? В игрушки решил поиграть? Это не игрушки, эй, отвали от меня. Ты должен играть по правилам, прекрати, говорю тебе, прекрати. In 1 mile, turn left.
Мистер Фаустин, вы хотите все отменить? Нет, я никогда не меняю своих решений. Мне сказали, что он на станции Гуантамо-Авеню. Зайди на платформу и избавься от этой крысы. Дмитрий, заткнись уже, наконец! Calculating route. In 100 yards, turn right. In 50 yards, turn right. Turn left, then immediately right. Please make a U-turn where safe. Please proceed to highlighted route. Please proceed to highlighted route. Привет, Ленни! Мистер Фаустин думает, что ты крыса, а рисковать он не любит. Я еще в большем дерьме, чем Михаил может себе представить. С чего бы мне быть крысой? Решение уже принято. Мой отец платит тебе, чтобы ты мочил ненормальных уродов вроде этого парня. Погоди секунду. Ты что, не слышал о моем отце, Кенни Петровиче? Нико, ты понимаешь, что ты сделал? Я выполнил приказ мистера Фаустина, ничего более. Ты убил сына Кенни Петровича. Это очень опасный тип, он так этого не оставит. Откуда я мог знать? Ты не мог, это все Михаил, он совсем спятил. Я поговорю с людьми, может удастся что-нибудь сделать. Thank you.
Pisswasser, cheap German lager for export only. Homophobic rant recently is refusing to die down, as civil rights groups are demanding his resignation or impeachment. Mr. Dawkins tried to link Liberty City's gay community to terrorism. Dawkins himself... His comments were misconstrued and misquoted, and in a statement commented, I love gay people. Some of my best friends are gay, I just don't want to know about it. Can't we all get back to the important matter of fighting terrorism by any means possible? The controversy continues. After heavy lobbying, the Action Group Border Agents Loveland Security helped push through a new border security bill that gives agents greater powers to catch, detain, and execute illegal immigrants. Wealthy legislators expressed alarm at the plan, saying the best way to stop illegal immigration is to pay all Americans $3 an hour, abolish the minimum wage, and health care benefits. A new report by a neoconservative think tank says that Europe is still underperforming. Riddled with binge drinkers who cripple their economy. Нико, это твой двоюродный брат. В пул сыграть не хочешь? Извини, братишка, сейчас мне некогда резаться в пул. Круто, братишка, тогда в другой раз. Звони.
jerk off.